Вообще, Мосфильм, тогда мы, нас родители приводили, и мы ползали там, это, нас никто за нас не переживал. Сейчас там другое все. Я помню эти декорации Мэри Поппинс, вот эта улица. Mm-hmm. Я помню фильм «Чучело», как снимался, и Кристинка совсем еще такая. Mm-hmm. «Мы из джаза», я помню, как снимался. Mm-hmm. Это такая... Вы упомянули рассказ, вот книгу, которую вы писали. Да. Кто-то помогал вам, нет, как обычно водится? Никого нет, из журналистов нет, не подряжали? Естественно, сначала хотели так сделать, но угу, потом я понял, не я, угу, не мой язык. Угу. И почему, вот знаете, мне, тоже я мучаюсь страшно, потому что Лена Шубина, замечательный редактор, вообще, она говорит, неси. А мне неловко, понимаете, я что-то торможу, потому что я имею дело с литературой хорошей, и мне становится, знаете... Неловко. А вообще как к мемуаристике относитесь? Был скандал, ведь когда Кончаловский описал достаточно... Но, был скандал в том, что он про женщин написал. Да, очень откровенно. Вот. И... А я бы, честно говоря, не стал бы... То есть вы бы не стали? Я бы не стал бы писать интимных вещей. Угу. Я бы не стал, потому что это дело касается... Я почему про скулящих все время говорю? Это ужасно, когда люди начинают... Хор обиженных и брошенных, это называется. Я теперь буду, у меня определение мемуаристики будет от Максима Аверина, что это скулящая литература. Да, ну невозможно рассказывать про... А еще хуже, когда этого человека уже нет, и начинают рассказывать, кто, куда. Понимаете, вот эта история с Арменом Борисовичем, например. Ой. Представляете, как это ой, страшно, ой, когда люди будут... не вспоминать его великие роли. А помнить его вот по этим разборкам. Что это великий артист. Да. А будут говорить, обсуждать тему развода. Мне неловко. Вообще, это современное интернет-пространство уничтожило загадку и тайну. Я не хочу так близко участвовать в жизни. Знаете, когда мы ждали новогодних огоньков, угу, мы фантазировали, женщины мечтали, в чем выйдет Пугачева. Угу. И это было круто. Была какая-то огромная дистанция до звезды. Сейчас интернет-пространство до такой степени приблизило, что я знаю, кто как сидит, на чем сидит, что пьет, что ест, как ходит. Я так это много... Мне так не надо. Я не хочу так много знать. Максим, давайте не будем о грустном. Давайте мы с радостного начали. И я желаю вам, чтобы 18 лет, не меньше, вы прослужили в Театре Сатиры, и чтобы столь же блистательно... И ушел в Большой театр. Куда-нибудь. Огромное вам спасибо. Спасибо.